это фу, вы по чужому маршруту ходите, паровозиком. Мне просто интересно было, я вас не пресекала, потому что мне было интересно посмотреть, чем дело закончится, но закончилось как-то не очень. Герда, не туда, не туда, Найда, не туда, как вообще не вышел. Вот теперь лапы, да. Вот по идее, если вы правильно сделаете упражнение, то лапы должны выглядеть как у кайки. Делаем. Любая сторона обойди. Каха первый выполнен идеально. Какой у нас день интенсива-то? Четвертый. На пятый вообще обычно отстегиваемся. Позык барьеру. Ну посмотрим, доверимся лабрадору вашему, да. Она, конечно, послушная, но заводная. Да, делаем. На ходу управляем. Да, в жизни складывается так, что, как правило, нужно сделать, и сейчас в обратную сторону пойдем, в общем-то получилось, что управлять надо на ходу, а не когда вы красиво стоите на ровном месте без отвлечений. Найта, контроль внимания. Да, замечательно, хорошо. Хорошо, спускаемся вниз, лапы на тумбу. Ошейничек, цвет поводочка. Это все красиво. Делаем лапы. Присоединяйтесь, пожалуйста. Готовитесь к, да, к лыжам. Да, я поняла. Хорошо, посадка на тумбу. Хорошо. Давайте на серединочку между половичком и тумбой отходим. Хорошо. Стоять. Хорошо. Сидеть. На серединочку пока настроимся, потом пойдете к краю. Хорошо. Лежать. Хорошо. К себе. Тихонечко, только тихонечко. К себе тихонечко. Мимо себя на половичок сзади, пожалуйста. Хорошо. Что там, собака, да? Новенькая собака, да? Обход себя, возврат на половичок. Прошу. Хорошо. Обход с другой стороны на половичок. Делаем. Да, хорошо. Отходите, пожалуйста, к тумбу. Молодцы. Молодцы. Да, старайтесь, чтобы все-таки зад ее на половичке был. Бережем здоровье, чтобы охлаждений никаких не было. Позыв с остановкой на середине. Работаем. Хорошо. Сидеть. Да, хорошо. Позыв до конца к себе. Собачка сейчас входит на территорию, слышно. Ага. Посадка, да. Если тумбы ерзают, качаются, придержите, пожалуйста, чтобы они и по собакам, и по вам не удали. Ух, какая она большая у вас теперь стала-то. Хорошо, грамотно опустили, даже поругаться невозможно. Хорошо, спускаемся вниз, рядышком с вами лапы на тумбу, вот на фоне приходящей собачки. Угу. Проходите, пожалуйста, с кахой на свободную тумбу, первая с той стороны. Стоим, лапы Найта, лапы. Ура, ура, наконец-то собаки, да? Да. Хорошо. Команда сидеть у тумбы. Вниз. Стоп. Сидеть. Да. Ай, хорошо. Лапы на тумбу. Подъем. Лапы. Возвращаемся, делаем. Нет. Попалась одна собачка у нас.
черненькая такая. Тише только, тише только, не кричите. Хорошо, пазы к себе, хорошо, годится. Все к себе. Замечательно. Оставили собачек, отошли к тумбам. Молодцы. Пазы бунич на остановку у конуса. Делаем, пожалуйста, делаем. Лежать. Хорошо, проходите, пожалуйста, мимо к половичкам. Собакам команду не повторить. Да, хорошо. Сидеть, пожалуйста. С Кахой присоединитесь к команду сидеть, пожалуйста, ладно? Вот так, да. Сидеть и отходите уже к половичкам в эту сторону. Догонять по всему перечню команд не требуется. Хорошо, стоять. Да. Обход тумбы с правой стороны, возврат на свой половичок, себе. Делаем обход справа. Ух ты. От половичка работаем. Я прошу вас, не подползайте конусом. Группа серьезная, все ответственные. Найта к себе. Давайте подсекайте Найту. Есть. Два кусочка ей, один от меня. Очень хорошо. Да, хорошо. Вторая Каха, сделали. Плохо. Обход слева, пожалуйста, группа пока работает. Обход слева. Обойди. С другой, пожалуйста. Обойди. Стоп. Найта, фу, вы по чужому маршруту ходите, паровозиком. Мне просто интересно было. Я вас не пресекала, потому что мне было интересно посмотреть, чем дело закончится, но закончилось как-то не очень. Оставляйте, отходите к тумбу, пожалуйста. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков, понимаешь? Стоять, пожалуйста. Да, хотя бы две задние ноги, хотя бы, да. Хорошо, стоим. Позыв к конусу и снова стоим, пожалуйста. Да, мимо собачек пройдите к половичкам, им стоять. Разворачиваться на месте можно. Да, уходить нельзя, а разворачиваться можно, да. Им же плохо видно. Умнички, хорошо, высылаем на тумбу, да. Хорошо. Хорошо. Пазы в конусу. Да. Возврат на лапы по одному. Найта. Лапы. Нет. Герда. Да, Каха. Нет. Герда к себе похвалить, остальных выслать на лапы. Хорошо, Каха, вижу, спасибо, к себе. Да, Найта к себе. Хорошо. Хорошо, полуобход тумбы с любой стороны на дальние точки, Стоп, и дальше как хотите, любая команда. Делаем, пожалуйста. На дальние точки, Каха, идеально. Лапы,
Вот теперь лапы, да. Вот по идее, если вы правильно сделаете упражнение, то лапы должны выглядеть как у кахи. То есть на себя собака должна сделать. Это можно, да, объяснить только полуобходом. Каха к себе похвалить, Герда на это доделать. Очень хорошо. Каха, посадка на тумбу, пожалуйста, пока. Да, лапы. Найта, лапы. Найта, да, идеально. С торца, да, ровно на вас. Хорошо, ладно, Герда к себе, давайте. Все к себе, ладно. Вот когда полуобход правильный на дальней точке, а дальняя точка, как вы понимаете, за тумбой, да, то лапы встают правильно, строго на вас. Хорошо. Так, оставляйте собачек, отходим к тумбе, прошу. Хорошо, работаем на половичке. Половичок ваш ориентир. Постарайтесь сильно не ерзать по границам. Лежать. Очень хорошо, когда дублей мало. Очень хорошо, когда команда и жест работает, да, быстро. Неужели все? Стоять, пожалуйста. Да, сидеть. Разминочка у нас с вами. Поздновато, но в пределах разумного. Хорошо. Лежать. Да. Стоять, пожалуйста. Кто стоять, кто может делает поклон, кто не может стоять. Поклон, пожалуйста. Половичок, половичок. Стоять, Найт. Хотя бы задними лапами. Ну, давайте. Поклон. Каха, да, к себе. Хорошо. Герда, поклон сделала. На это к себе. Хорошо. Так, с этой стороны работаем. Высылаем на половичок. Пожалуйста, полный высыл, половичок. Давайте. Коврик. Каха. На это отлично. Молодцы, умнички. Герда пришла. Хорошо, хорошо. Обход конуса с любой стороны, возврат на половичок. К вам не подходить. Делаем. Любая сторона, обойди. Каха, первый выполнен, идеально. Давайте целоваться, да. Хорошо, молодец. На это пришла, да. Герда, хорошо. Хорошо. Обход конуса со сменой направления, возврат на половичок. Прошу вас, делаем. Тише, тише, да. Найта вернулась, Каха вернулся. Герда, хорошо, замыкающая. Красиво обошла Найта. Полное понимание обхода именно конуса, а не к себе, от себя. Это прям очень хорошо, ценно. Хорошо. Подзыв к конусу, пожалуйста. Да, хорошо. Каха, обход Герды и к себе. Каха, стоп. Обойди собаку. Нет, смотри. Каха, Кахуша. Да тут собака этих. Тяжело, да? И главное, ни одного куска. Все вожаки такие цепкие. Ничего не посели, ничего. Каха, давайте, а то мы сейчас примерзнем. Герда. Да. Хорошо, Герда, пожалуйста, Найту. Хорошо, Найта к себе. Умнички. Выслали, пожалуйста, на половички обратно собачек. Работаем от тумб. Вы, собака. Да, Каха вернулся первый. Найта не дошла немножко. Дошла. Герда тоже не дошла немножко. Так, хватит там по половикам рыскать. Когда мы там вам сыпали еду, я вас умоляю. Позыв конусу, любая команда со стопом, пожалуйста. Да, хорошо, сидеть. Найта, обход Герды. Рядом с вами палевая собака. Давайте. Ну прям Герду-то уж не надо, вы просто собаку обойдите. Вы еще породу озвучите.
Да, пошла, пошла, пошла. Да, Найта, давайте. Отлично. Все, тумба, тумба. Герда, пожалуйста, Каху обходим. Собаку, конечно. Да, замечательно, к себе. Каха, к себе. Хорошо, выслали на половичок. Хорошо. Пожалуйста, высылаем на половичок, да. Прошу. Хорошо, и посадка. Мы смещаемся с вами. Давайте, Владимир, двигайтесь, пожалуйста. Да, ага. И вы подвиньте собачку, да, подвиньте. Следующий коврик. Да, хорошо, вы сюда, да. На это половичок, давайте. Герда, работаем. Стойте, стойте. Вот так. А, да, стойте у Кахи, пожалуйста, да. Сейчас мы другое. На коврик, вернее, плохо. Обойди. Да, змей. Да, змей. Хорошо, смещаемся на этом. Пожалуйста, можете конусу сразу. Каха на первый половичок, Герда сразу на второй, прошу. Остаемся у собачек. Кто сделал? Вы, да. Пожалуйста. Да, хорошо, к себе. Замечательно. Хорошо. Оставили собачек, к тумбам, пожалуйста, отходим. Подзыв на лапы, пожалуйста. Лапы. Отойти. Да, хорошо. Посадка на тумбу. Да, хорошо. На это, говорит, долго будем, видимо. Надо экономить силы. Хорошо. Спускаемся вниз, сидеть у тумбы. Прям сразу, прям сошли и сразу, пожалуйста, да, сидеть. Хорошо, на Каха первый, Герда. На, это, говорит, непонятное упражнение. Обход тумбы с любой стороны к себе делаем. Обход. Нет, Герда. Герда, стоп. Каха. Да, Каха единственный смог обойти, но потеря внимания на обратной трассе. Найта, пожалуйста, вниз. Хорошо, Герда, давайте Найту. Герда, до конца к себе, Герда. Нет, обойди. До конца к себе, до конца. Оставили собачек, отошли к тумбам, хорошо. Сейчас, секундочку. Давайте пока на половичке еще разминочка, разочек. Лежать. Ну, давайте, кто там первый? Найта первый, да ладно. Хорошо, Герда, есть. Каха, говорит, я что-то без чехла. Без шубы-то сложнее. Привык уже, наверное. Позыв к барьеру, пожалуйста. Не попадитесь, да. Хорошо. Про к себе похвалить. Молодцы, не попались, это очень хорошо. Поводочком уронили, да? Хорошо. Через барьер на половичок. Высыл, высыл, прошу. Каха, хорошо. На, это отлично. Герда, давайте, догоняйте. Да. Хорошо. Так. Двуступенчатая задача. Говорит, я с тобой. Барьер туда, разворот, барьер обратно, половичок. И здесь хвалим. Хорошо? Делаем. Хорошо, никто не добежал до хозяина. Развернули с дистанции. Красиво. Спасибо, да. 5 баллов выбили группа. Такое редко бывает. Очень круто получилось. Хорошо, отходите, пожалуйста, к точке управления полетами. У
У нас точнее, чем у Роскосмоса получается. Ничего себе. Хорошо. Прыжок через барьер туда, прыжок обратно, но не идем на половичок, а здесь команда сидеть. С этой стороны барьера. Прошу. Барьер. Герда, очень чисто. Да, именно то, что нужно. Да. Это, говорит, меня пригласили поиграть. Хорошо. Да. Хорошо. Прыжок через барьер к себе. Да. Хорошо. Как посадите, разверните, отходим к половичкам. Меняем точку управления. Угу, спасибо. Отходим, пожалуйста. Хорошо. К барьеру, пожалуйста. Да. На это прям убирайте нос с пола, убирайте. Фу. Хорошо. Лапы на тумбу. Каха попался. Герда, отлично. Найта не попалась. Приятно. Ждем. Каху, да, молодцы. К барьеру. Хорошо. Теперь то же самое, с другой точки управляем. Барьер сюда, разворот, барьер обратно, тумба. Делаем, прошу вас. Каха, сделали. Отлично, Герда вторая. На это говорит, ты точнее рулей, же опоздаем, задержимся, пройдем последними. Говорит, ты что, ты вот уже всех похвалили, а ты меня еще ни разу. Да. Хорошо. Прыжок через барьер на себя, прыжок от себя, секунду, я не договорила. И сесть, пожалуйста, за барьером. Делаем. Стоп! К барьеру, сидеть здесь. Хорошо. Да, Герда, Каха, чисто. Очень хорошо, можно похвалить, тем более собачки близко. Да, хорошо. Обход тумбы с любой стороны, барьер вы, прошу. Хорошо, Герда, есть. Найта, есть. У Кахи забег был. Хорошо, через барьер от себя на тумбу делаем. Высыл. Сейчас. Так, без остановок. Знакомство с трассой, потому что без остановок, два барьера на себя, половичок. Работаем. Отлично. Разворот обратно на тумбу. Без остановок работаем. Тише, тише, да. Да, хорошо. Говорит, поводок мне прям, да, мешает. Какой у нас день интенсива-то? Четвертый? Да. Четвертый. На пятый вообще обычно отстегиваемся. Пазы к барьеру. Ну, посмотрим. Доверимся лабрадору вашему, да. Она, конечно, послушная, но заводная. Да, прыжок, стоп. Хорошо. Две собачки есть. Хорошо. Хорошо. Прыжок обратный и тумба, посадка. Делаем. Тумба. Да, похвалить, подойти, хорошо. Хорошо, чисто сделали. Близко, активность очень высокая у собак. Молодцы. Хорошо. Делаем слалом, ничего не прыгаем. Обход с правой вашей руки, потом с левой вашей руки. И на половичок посадка. Делаем. Справа. Каха закончил. Отлично. Герда. Нет. Хорошая нет отработала. Нет. На это быстро, быстро, быстро. Давай скорее. Да, 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 да. Хорошо. Оставили собачек, пожалуйста, отошли к тумбам. Хорошо.
Двойная задача. На себя слалом, обход слева, обход справа, потом разворот вот в этом пространстве перед барьером и тумбой, и от себя барьера до половичка. Работаем. Слева, справа. Герда, хорошо, на это обратный прыжок, два. Хорошо, вам полком надо руководить, я понял. Еще есть у вас интонация? Вы опасны для пациентов. С другой стороны, вы можете сэкономить на наркозе. Лежать, пожалуйста. А зачем он? Молчать и все тут. Что-то. Как это? Анестезия через... Вам не больно. Хорошо. Стоять, пожалуйста. Так, ну давайте что-нибудь творческое. Смотрите, вы сейчас пойдете через какую-нибудь из щелей, где там вам удобно, по своим коридорам, к половичку. За это время собака должна встречным курсом проследовать через два барьера на тумбу. Желательно, конечно, команду не долдонить, ладно? Вы идете сюда, а собака туда, хорошо? Делаем. На ходу управляем. Да, в жизни складывается так, что, как правило, нужно сделать, и сейчас обратную сторону пойдем, в общем-то, получилось, что управлять надо на ходу, а не когда вы красиво стоите на ровном месте без отвлечений. Хорошо, еще раз, пожалуйста, вы пойдете к тумбам, собаки через барьеры на половички, пожалуйста. Каху не смутило, вот что значит велокурс, да? Отработал у вас Герда, на это немножечко, да, удивились, что это... Да. Да. Хорошо. Хорошо. Та же задача, но один барьер, и собаки должны остаться в коридоре, в любой позиции, между двумя барьерами. Хорошо? А вы проследуете в ту сторону. Прошу вас, делаем. Герда, выполнена задача. Хорошо. На этом. Каха. Хорошо, да. Позиция в коридоре любая, тут неважно абсолютно. Прыжок на себя. Очень хорошо. Так, ну теперь слалом от себя. Довольно всегда неприятное мероприятие. Вождение начинается. Ну попробуем. Здесь не сложно, всего два оборота. Итак, вот себя с любой стороны на тумбу слалом, пожалуйста. Слалом. Хорошо. Герда дошла. Говорит, да что тебе надо-то? Да, на это пришла, не сходя с места, управляете. Очень хорошо, похвалить, пожалуйста. Вторая собака дошла. На себя прыжки, от себя слалом, пожалуйста. Делаем. Герду поймала. Каха, ну давайте. Сложно, да, Каха, да? Хорошо. У нас на доверии клуб. Да, после двух неровных поворотов я потеряла нить. Угу. По трем собакам вместе. Угу. Ну давайте на эту. Да, все, сажайте на тумбу. Сажайте. Хорошо. Полный позыв через барьеры к себе. Годится. Да, хорошо. Каха и Герда, прыжок внутрь, пожалуйста. На это ждать. Пожалуйста, делаем. Герда, хорошо. В крайнем случае, о новой камере мы давно мечтали, да? Стоп, нет. Чего?
На, это обход с любой стороны. Кружочек делаем. Обойди барьер. Обойди все. Внутри выдержка, снаружи игнор собачек. Хорошо, Герда, к себе, на это внутрь, как и ждать. Давайте на эту. Нет. Понаставили тут барьеров? Говорит, хорошо, что я такая стройная. Вот лабрадоры, да, они без мыла пролезут. Нет. В любой шкаф с печеньем. Барьер. Я из-за твоей собаки ключ заведу. Нет. В смысле замок. Нет. Так. Сидеть как они все. Красиво, да, что-то. На эту внутрь, как он на себя? Герду и Найту внутрь. Давайте. Посадка внутрь. Герда, Найта. Хорошо, можно и не сидеть, можно и стоя, пожалуйста, там на ваш выбор. Каха, работаем. Что у меня там? Давай, давай, дальше. Ну такое. Герда к себе, Каха внутрь. Герда работает. Сейчас Каха. Да, пожалуйста, Герда. Но не настолько все. Ближе, 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 ну. Да. Хорошо. Найт к себе. Найта к себе, извините. Каха к себе. Хорошо. Все обходим круг с правой стороны. Делаем. Круг справа. Все. Обойди барьер. Нет. Нет. Герда, Найта, давайте. Нет. Да, Герда, молодец. А давно у вас Герда хромает? Она не хромает, она придуривается. Молодец. Придуривается. А что, она за это получает массаж? Нет. Не, она не хромает, она не хромала сегодня с утра еще. Ничего себе. Хорошо. Ладно, Каха, работаем обход. На ту лапу, которую хромает. Она хромает, просто, ну, причины разные, может, действительно причины нет, я же не спорю. Да не задняя, передняя лапа-то. Я даже забыла уже, на какой она хромала, но точно передняя. Вы же видели, припадает собака на лапу, да? Просто с тяжелыми собачками с этим надо, да, повнимательней. Но она, да, она действительно может имитировать, но на нее что-то не похоже. Так, ладно, Найта, Герда, обход с любой стороны. Нет, нет, на это лучше. Хорошо, Герда пришла. Каха, обход с любой стороны. И Герда тоже, давайте разомнем вашу лапу. Что это? Поводочком там, да, аккуратнее. Да. Хорошо. Прыжок в колечко, пожалуйста, все вместе, группа работает. Стоп, стоп, не вылетайте, пожалуйста, да. Хорошо, Герда постаралась, затормозила всей своей мощью, смогла. Хорошо, до конца к себе похвалить. Молодцы, да, хорошо. Сторона любая, барьер любой, принцип просто в колечко, да. Да, хорошо. Так, оттуда работаем, от тумб, еще раз. Высыл в колечко, команда сидеть, все собаки вместе, прошу. Нет, Герда, хорошо, уже там. Каха, есть. Лежать. В колечке лежать. Да. Там не колется, это мягкая елочка. Нет. Вот если бы я вам настоящую положила, тогда да. Стоять, пожалуйста. Хорошо, хорошо. Оставить собачек мимо, там колечко, к половичкам проследуйте, пожалуйста. Да. Сидеть, пожалуйста.
На это, да. Выпрыг наружу, обход колечка и впрыг обратно. Всем сидеть. Только на это работает, остальные выдержку. Можно стоя, кстати, ждать. Это вы на вашу смотрите. Но вроде тепло. Сегодня довольно комфортная погода, нет ветра. На это давайте. Хорошо, сейчас собаки такие нежные, приходится еще с метью бюро общаться. Прыгаем. Стоп, стоп. Стоп. Давай, говорит, еще. Так хорошо иду, прям, вернись. Пока их заперли внутри. Магический круг. Хорошо, Герда, та же задача, направление любое. Да. Хорошо, Каха, та же задача. Говорит, может, дадут всем. Ох, на это. Поздравляю вас, порысый лабрадор. Через, да, да, вот это справедливо, а то прям рядышком дали. Очень динамичная, резкая собака с сильной челюстью. Да. На это, Герда, к себе похвалить. Хорошо. С Герды начнем. Перенесите, пожалуйста, колечко туда, прыжок, обратно прыжок. Потому что так-то... Хотя вы можете разметать барьеры, конечно. Ай, хорошо. Ах, самое красивое выбрала, красненькое. Замечательно. Колечко возьмите, пожалуйста, в руку, чтобы не смущало других собачек. На это, спасибо, работаем. На это, давайте. Ну, конечно, в цвет. Ай, как мы эстетствуем-то, боже мой. Хорошо, Каха, вам досталось мраморное. Давайте. Говорит, а что мне мраморное? Может, я черное хотел? Быстрее. Хорошо. Оставьте собачек здесь. Проходя мимо к тумбам, колечко бросьте, пожалуйста, в колечко из барьеров. Да. Хорошо. Задача уже интеллектуальная. Колечки все разные, поэтому вы запомнили. На это берем свое колечко, а не два остальных, которые не ваши. На это, пожалуйста, свое. Ваше колечко красное, насколько я помню, было. А, черное, да, простите, конечно, черное. Да, вам же в цвет, черное. Да пусть... Ну ладно. Пускай возьмет черное кольцо, да. Это, вы так сказали, черное? Свое, свое, откуда она знает? Да, да. На нем просто запах, и поэтому оно точно ваше. Спасибо, Герда. Нет, как она место пошло. Возьми колечко свое. Возьми свое, нет, свое. Да, свое настало буквально 30 секунд назад, когда она его взяла в зубы, неся вам в предыдущем упражнении. Свое. Говорит, вот это хорошее тоже. Да. Бери свое колечко. Бери колечко свое. Нет. Колечко, да, давай. Умничка, да, выбила 10 из 10. Хорошо. Каха, вам просто принести колечко. Угу. Сейчас прям вам не надо усложнять, да, а то он под впечатлением. Хорошо, оставьте собачку, колечко внутрь. Вы к половичкам, пожалуйста, отойдите. Колечко там бросьте по ходу внутрь и идите к половичкам. Давайте. Супер. Хорошо. На это обход композиции с любой стороны, возврат на тумбу. На это. Обойди. Обойди все барьеры. Нет. Обойди. Все барьеры обойди. Нет. Стоп. Назад. Нет. Ну ладно. По крайней мере, видно, что упражнение, да, стоит усилий. Все хорошо, только на тумбу давайте. На тумбу, на тумбу. Я понимаю, вы устали?
Плюнь. Ну вот сейчас вы оставите чужие следы, да. Хорошо. Тумба. Хорошо, что бульмастиф отменное чутье. Хорошо, Герда, работаем. Хорошо, давайте добермана выпускать, работаем. Отстегивайте поводок и на тумбу его высылайте. Так, отходите. Спускаемся вниз, лапы на тумбу. Пожалуйста, делаем. Ждать. На это, Герда, безупречно. К себе любым вариантом, пожалуйста. Да, хорошо. Каха, к себе. Хорошо. Хорошо. Отсюда обход композиции всеми собаками с правой руки. Пожалуйста. Тремя собаками справа. Полетели. Справа. Каха, Герда, идеально безупречно. На это немножко смутилась, но для вас хорошо очень. Обход со сменой направления. В другую сторону идем. Прошу. Нет. Нет, стоп. Хорошо, в суете, на дальнем расстоянии, за барьером, с добычей по центру, ваши собаки слышат вас и делают поручение. Очень хорошо. Герда, обход справа, Найта, Каха, обход слева, прошу. Чем быстрее вы после моей просьбы выпускаете, тем полезнее упражнение для вас и ваших партнеров. Секунду, секунду. Ну ладно, пусть идет. Хорошо, смена направления. Герда и пара Найта Каха в обратную сторону. Работаем. Хорошо, Герда, Каха, не смутились, на это сложновато, встречка. Да, хорошо. Как похвалите? Угу. Обход справа на дальней точке, стоп. И давайте сидеть. Прошу, обход справа всем. Все обход справа на дальней точке, сидеть. Дальше. Стоп. Хорошо. Стоп, сиди. Стоп, Каха, сиди. Нельзя собаку. Стоп. Нельзя. Нельзя. Нет. Дайте стоп играть. Сюда. Нет. Иди сюда. Иди сюда. Нельзя собаку. Нет. Нет. Стоп игра. А что от нее? Сюда бегу. Стоп. Это нет. Сиди. Сиди. Это сидит, что ли? Каху на тумбу. Команда сидеть. Вон туда на тумбу отойдите, пожалуйста. Нет, нет. Ирина, уберите собаку. Сейчас. Вот сюда. Вот, все, хорошо. Лежать в группе. Да, хорошо. Продолжаем обход. Обойди все барьеры. Отлично. Хорошо, похвалить. Обход, сейчас вы справа, да? Обход слева на дальней точке, стоп. Делаем вместе. Пожалуйста, давайте, выпускайте. Герда на это. Обход слева. Кахи сидеть на тумбе. Герда, хорошо. Сейчас. Да,
Хорошо, продолжаем обход. Молодцы. Хороший игнор добычи. Хорошо. Отках, отойдите, пожалуйста, по прямой. Хорошо. Найта, через колечко прыгаем в композицию, берем черное колечко, выпрыгиваем к себе, несем, короче, колечко к себе. Давайте. Только свое колечко черное. Внутрь, прыжок, барьер. Давайте, на интеллект. Да, 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 да. Найта, умничка, прям два кусочка, прям крутая. Герда, пожалуйста. Звезда. Очень хорошо. Каха, пожалуйста, через колечко. Прыгаем колечко, берем колечко, выпрыгиваем. Давайте. Каха работает. Колечки мне. Спасибо. Очень хорошо. Спасибо. Да. Обход крестового барьера право, посадка на половичок. Прошу вас. Обход крестового барьера справа. Прошу. Нет. Обход, пожалуйста, со смены направления. Делаем еще раз. Хорошо. Хорошо. Прыжок справа, возвращаемся к себе. Прыжок справа. Да. Тумба. Прыжок от себя и тумба. Прошу, делаем. Все, итоговые задачи. Давайте. Хорошо, тумба. Каха, Герда, да. Хорошо. Да, тумба. Хорошо. Прыжок со смены направления, в зависимости от того, как вы выслали туда. С другой стороны барьера прыжок и на половичок. Хвалим, прошу. Герда, хорошо, есть. Каха, Найта, отлично. Очень хорошо, все. Работаем главную команду от первого барьера с той стороны. С Кахи начнем. Пожалуйста, команда сидеть. Отходите на дистанцию. Зовите главной команды к себе. Прошу вас. Хорошо, отдыхать. Герда, пожалуйста. Хорошо. Прошу вас. Да, замечательно, похвалить. Ножку поберегите сегодня в течение дня, понаблюдайте, ладно? На, это сегодня красотка. Молодец. Сейчас лужу и со второй собачкой вместе. Прошу.